Мэр Константин Шестаков снова приехал на остров Попова. В этот визит глава Владивостока проверил, как выполняются поручения, которые были им озвучены в прошлый визит. Сейчас завершаются работы по улице Советская, дома 16, 18 и 20, работы по капитальному ремонту кровли. Работу проведем, видим, что аварийная ситуация возникла в ходе циклона, который прошел в августе. Нашли дополнительные экстрасредства, буквально до 1 числа, до 1 ноября мы полностью работу на кровле проведем. Школа. На школе это было поручение, которое я дал во время моего прошлого визита. Во-первых, мы установили теневой навес для детского сада, который расположен на первом этаже. Мы провели ремонт стадиона. Получилось хорошее покрытие у стадиона. В этом году мы также здесь зальем каток в зимнее время. Все поручения тоже на эту тему дал. По словам мэра, в этом году на острова Попова и Рейники закуплены новые дизель-генераторы. Также изменения коснулись и транспортной сферы острова Попова. Дожидаться парома на пирсе теперь можно в теплой комнате. Посмотрели по жалобам прошлого года установку пункта ожидания перед пирсом на территории Попова. Пункт обустроен. Электричество подключено, освещение есть. Тепловые элементы также установили для того, чтобы держать надлежащую температуру в зимнее время во время ожидания. Как отметил Константин Шестаков, все поручения, данные в предыдущий визит, были выполнены. Мэр подчеркнул, что наведению порядка на Попова сейчас уделяется огромное внимание. Более того, уже ясно, какие работы необходимо выполнить в следующем году. Также в ходе визита совместно с заместителем прокурора Первомайского района глава встретился с местными жителями и ответил на их вопросы. Анна Дьякова, новости на Восьмом.